Всем привет, друзья! Вы снова со мной. Сейчас буду завозить посылки до одного знакомого. Он отвозит их на место. Надо будет спросить, куда он везет их. Отправляем через компанию Mist Express. Most Express, если на русском, вот так. Когда взвесит он их, там заполню бумаги, все, то я потом подробно расскажу, сколько стоит, сколько вес и сколько я заплатила за пересылку. Вот уже мы едем. 20 минут мне ехать до места назначения. Уже у нас 8 вечера. Вот такие дороги, вот такие деревья. И в этих деревьях живут люди. Там есть дома. Некоторые любят, чтобы их дом не было видно. Им так нравится. Я тоже так люблю. Очень быстро у нас мажется стекло, потому что мы живем за городом, и у нас здесь больше всяких жучков летает, всего такого. А если живешь в городе, то оно не так. И вы знаете, щетки не отмывают. Это только надо ехать на мойку или дома мыть так щеткой. Ну, такие какие-то мясистые, жирные насекомые всякие. Вот уже начались домики. Посылка примерно будет идти 4 недели. Это минимум 4 недели. Но может быть и больше, потому что сейчас очень много посылок. И как-то они уже не так хотят отправлять. Контейнеры стоят, говорят. Ну, это я завожу сегодня, но неизвестно, когда они отплывут. Вот так. За полкилограмма, цену я уже знаю, за полкилограмма 71 копейка, 71 цент. То можно до 70 ЛБ отправлять посылку в килограммах. Это будет где-то, наверное, 30 или 35 килограмм, что-то так. Если есть перевес, ну лучше, чтобы его не было, но мне кажется, что в той большой посылке у меня будет перевес. Если перевес, то надо платить $10 экстра. Ну, заплатим, лишь бы она уплыла и хорошо, благополучно прибыла на место. Вот здесь с левой стороны тоже есть озеро. И здесь дорогие дома. Если возле озера дом, то он стоит большую цену. Даже здесь вот так едешь дорогой, и продаются дрова. Наколотые дрова, чтобы разжигать костер. Если ты вот, ну, едешь ты на природу, там шашлык жарить, кто уголь покупает, а кто на дровах. И за такую маленькую вязку $4 или $5 продают. И люди покупают. Везу две посылки, одна подруги, а одна посылочка ходунки. Ходунки для пожилой женщины. И я хочу сказать в этом видео, что не надо там, ну, на нее что-то там писать, что она там просила или что нет. Она не просила у меня. Это я попросила у нее адрес. Она просто написала, что они очень хорошие. И вот так. То эта женщина не просила. И, ну, конечно, никто мне не запретит сделать человеку добро, если я этого хочу. Ну, почему бы не сделать, если я это могу? Я их взяла бесплатно, а пересылку там, я заплачу пересылку.
Вот так. Она даже не хотела адрес мне давать. Говорит, да нет, я же, ну, мне неудобно как-то. Не надо, у меня есть какие-то там старенькие. Подруга умерла, и ей отдали те. Ну, я ей два раза написала, говорю, что дайте адрес, я по мере возможности вам их перешлю. Так что, это, можно сказать, это я настояла на том, чтобы она дала мне адрес. А вот это такой маленький, ну, не городок, поселочек, можно сказать. Здесь есть ресторанчик у них свой. Это уже, например, я живу в одном, 15 минут или 15 еще. Отсюда у меня один поселок, это уже другой. Вот с левой стороны ресторанчик такой, мне он такой красивый там. Такой под старину, модный. Так, уже нам осталось недалеко. Вот это здесь тоже магазины. Subway есть, забегаловка, покушать. Вот одна, а вот другая. Вот какая китька ко мне прибежала, маленькая. Красавица такая. Китюнька. Животные, они чувствуют, кто их любит. Вот смотрите, это выпрыгнула сюда на ящик. Китя! Уже, друзья, уже еду обратно домой. С посылкой в машине осталась одна большая посылка, которая для подруги. Не приняли ее, потому что сказали, что я очень щедрая такая. Очень большой перевес. Нужно, чтобы было 70 паунтов, а у меня 103. Если перевес, то разрешается, ну, 90 паунтов, чтобы было, а у меня 103. Даже с перевесом, с экстра доплатой моя не подошла посылка. И везу обратно, буду делать на две посылки, потому что, ну, вот так получилось. Ну, ничего, они еще не везут, подождут. И только отправила ту посылку, тоже перевес, но ту приняли. Она на Россию идет, на Россию дороже. На Украину 71 цент, а в Россию доллар 99, а если перевес, то 2.30. Да, где-то, да-да-да, так. То у меня там немножко надо, чтобы она была до 40 паунтов, а она у меня 61 паунд. Но приняли. С перевесом, но приняли. Ну, хотя бы то. А эту надо будет... Надо будет еще поработать. Ой. Ну, что ж поделать. Раньше было, что... А нет, тоже так было, что 100 паунтов, и они там ее открывали и делали на две посылки. Не разрешается так. Ну, на ошибках учимся, как говорится.